эфире телеканала РБК. Новости Башкортостана. Мы вещаем из отеля «Краун Плаза Уфа». В студии Максим Окунев. Здравствуйте. 4 миллиарда рублей распределили между работающими жителями Башкортостана по системе прямых выплат. Об этом сообщили в Республиканском фонде социального страхования. Новая схема оплаты больничных и других социальных выплат в регионе начала действовать с 1 июля этого года. Львиная доля средств, это 2 миллиарда 760 миллионов рублей, пошла на пособие по временной нетрудоспособности. По словам руководства фонда, в этом году в Башкортостане резко увеличилось количество так называемых карантинных больничных. Связано это со сложной эпидемситуации в стране. Первыми новую схему выплат опробовали на себе работающие граждане, граждане республики 65 лет и старше, еще до начала пилотного проекта. До них были введены временные правила оформления больничных листов в период с 6 апреля по 9 августа 2020 года. Выплаты по ним обеспечивали напрямую, минуя работодателя в периоды самоизоляции в Республике Башкортостан. Также региональный фонд социального страхования направил около 1 миллиарда 240 миллионов рублей на пособия, связанные с материнством, и 6,5 миллионов на по больничным листам работников, получивших травмы на производстве или имеющим профессиональные заболевания. Более 2500 человек в Башкортостане получили сертификаты на газификацию индивидуальных жилых домов. Льготы жителям республики начали предоставлять с начала этого года. Провести газ бесплатно или частично компенсировать затраты на это за счет государства могут ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды, многодетные семьи. Максимальный номинал сертификата составляет 100 тысяч рублей. Стоимость так называемого присоединения к газопроводу варьируется от 60 до 120 тысяч рублей в зависимости от место проживания. Сейчас в очереди на получение сертификата стоят еще 3500 жителей Башкортостана. Безработица в республике достигла отметки в 6,3%. На начало августа без постоянного места работы остались более 119 тысяч человек. Данные приводит Башстат. В январе-марте безработными числились почти 86 тысяч человек. Это 4,7% от общего показателя занятости в экономике. С начала режима самоизоляции из-за коронавируса показатель стал плавно повышаться и перевалил за 6%. Так, в конце июля безработных стало уже на 34 тысячи больше. По данным Министерства семьи, труда и соцзащиты, к концу августа в службах занятости на учете стояли более 132,5 тысяч человек. Из них 126 тысяч были официально зарегистрированы в качестве безработных. Пособие от государства получают 123 тысячи человек. 186 миллионов рублей из резервного фонда России получит Башкортостан на переселение граждан из аварийного жилья. Сейчас в регионе формируют список муниципалитетов-участников. К строительству новых домов планируют приступить уже в этом году. Об этом сообщил заместитель председателя регионального госкомстроя Артем Ковшов. Расселение ветхого жилья на сегодняшний день осуществляется по двум программам – республиканской и федеральной. По первой, в период с 2015 по 2021 годы планируют расселить 187 жилых домов, в которых проживают более 4000 человек. Большая часть из них уже получили новое жилье. Общий объем финансирования составил более 2,5 миллиардов рублей, из которых 2 миллиарда 100 миллионов – это региональные средства. Оставшиеся добавляют муниципалитеты. В рамках реализации федеральной программы новые квартиры должны получить 677 жителей республики. Общая площадь аварийного жилья составляет почти 8,5 тысяч квадратных метров. На реализацию первого двухлетнего этапа направлено 325 миллионов рублей. Из них 280 миллионов рублей – это средства федерального фонда, 5 миллионов рублей – это средства бюджета республики и 40 миллионов рублей – средства муниципальных образований. Постоянно на 1 сентября. 4 муниципалитета досрочно завершили данную программу. Это Балтайский район, город Белорецк, город Дюртюли и Дюртюлинский район. Расселено более 1500 квадратных метров. В региональном госкомстрое добавляют, что за последние 3 года в Башкортостане признаны аварийными 107 тысяч квадратных метров жилья. При этом объем потенциального аварийного фонда достигает 500 000 квадратных метров.
До 3 миллионов рублей на развитие внутреннего туризма в Башкортостане могут получить предприниматели. Конкурс на грантовую поддержку проектов в сфере индустрии путешествий запустило Федеральное агентство по туризму. Об этом сообщили в Минэкологии республики. Принять участие в конкурсе могут частные компании, зарегистрированные не позднее 22 марта этого года и не имеющие задолженности по налогам. Подать заявку на государственную поддержку необходимо до 8 октября. Полученные из бюджета средства можно будет направить на создание дополнительных мест в гостиницах и санаториях, на оборудование пандусов и создание новых туристических маршрутов, а также разработку мобильных приложений путеводителей. Рост интереса к развитию внутреннего туризма. Это связано с ситуацией в мире, в нашей стране. Мы ожидаем колоссальный эффект от этого мероприятия, в первую очередь потому, что мера беспрецедентна для предпринимателей, для развития бизнесов на территориях муниципалитетов нашей республики. На текущий момент мы оказываем методическую консультационную поддержку более чем 60 предпринимателям по республике, которые планируют развивать и существующий свой бизнес в сфере развития туризма. Как отметили в региональном госкомтуризме, сегодня в Башкортостане одним из самых перспективных направлений является развитие экотуризма. В регионе для этого есть достаточно соответствующих площадок. Одними из наиболее интересных являются туристические кластеры «Сердце Башкирии» и «Могучий Иремель». Они входят в федеральные и региональные особо охраняемые природные территории. И на этом наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь на телеканале РБК Уфа.